С начала лета в крае стартовал турнир по стритболу на Кубок губернатора. Его цель – организация досуга детей и подростков в период летних каникул, привлечение их к регулярным занятиям физической культурой и спортом, популяризация и развитие массового баскетбола в Краснодарском крае и выявление талантливых юных спортсменов. В соревнованиях принимают участие как команда детско-юношеских спортивных школ, так и дворовые. Турнир проходит в 4 этапа. Первые 2 отборочных этапа на уровне поселения и района уже прошли. На прошлой неделе в Славянский район съехались любители стритбола из 8 муниципальных образований края. И каждый был настроен только на победу. Команды наши настрой боевой. Несмотря на жару, мы хотим занять 1-2 место и выложиться на полную. Заявки на участие в зональном этапе соревнования подали 46 команд. Всего в 3-м этапе в общей сложности приняло участие около 200 юных спортсменов. Борьба за Кубок губернатора проходит в 3 возрастных группах – среди юношей и среди девушек. Все возраста участвуют у нас, нашего города, и старший, и средний, и младший. Да. Ну, настрой хороший, будем стараться, конечно, самые высшие достижения. Ну, игра есть игра, мяч круглый. Игра непредсказуемая. Игра действительно оказалась непредсказуемой. Борьба за 1-е место шла напряженная. По итогам всех матчей места в турнирной таблице распределились следующим образом. 1-е места в каждой из возрастных групп завоевали команды Абинского, Темрюкского районов, Анапы. 3 золотых медали у команды Новороссийска. Славянские спортсмены тоже себя неплохо показали. У наших команд 2 серебра и 3 бронзы. Команды-призеры примут участие в финальном этапе турнира по стритболу. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».